этого доходил в своих обманах. Слушай и остерегайся его замыслов. Христос повелел через Павла, чтобы жена не отлучалась мужа, и чтобы не лишали друг друга, разве по согласию. Но некоторые, по любви к воздержанию, оставив мужей своих, как будто бы в самом деле это было дело благочестия, ввергли их в прелюбодеяние. Итак, подумай, какое это несчастье, что понесшие столько труда обвиняются, как будто учинившие великое зло, и как сами подвергаются крайнему наказанию, так и сожительствовавших с ними повергает в бездну погибели. Еще иные, воздерживаясь по заповеди поста от пищи, мало-помалу дошли до того, что гнушаются пищей, а это приносит им величайшее наказание. Тоже бывает, когда свои предвзятые мнения оправдывают вопреки смыслу Писания. Некоторые из коринфян думали, что вкушает все без различия, даже и запрещенное. Вкушать все без различия, даже запрещенное, означает совершенство. Но это было делом не совершенства, а крайнего заблуждения. Поэтому и Павел сильно запрещает им это и говорит, что они подлежат за это крайнему наказанию. Другие еще думают, что убирать волосы на голове означает благочестие. Напротив, и это запрещено, есть дело очень постыдное. Иным опять кажется, что они получают великую пользу, если безмерно станут скорбеть о грехах. Но и это относится к умыслам дьявольским, как показал на себе Иуда, который от того и удавился. Поэтому и Павел боялся, как бы не потерпеть, не потерпел чего подобного соблудивший, и увещевал коринфян скорее простить его. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. Потом, показывая, что это есть одна из сетей дьявола, говорит: чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. То есть, что он приступает к нам с великой хитростью. В самом деле, если бы он ратовал явно, то легко и удобно было бы побеждать его. Но нам легко будет и ныне победить его, если будем бодрствовать. Против всех этих коварств Бог снабдил нас оружием. Слушай, что говорит он, желая убедить нас, чтобы мы не пренебрегли ничем малым. Если кто скажет брату своему: безумный, повинен гиене огненной. И тот, кто смотрит похотливыми глазами, совершенный есть прелюбодей. Также и смеющихся называют несчастными, и везде истребляет начатки и семена зла, и говорит, что и за праздное слово отдадим ответ. Вот почему Иов очищал даже помышления детей своих. А о том, что не надобно отчаиваться, так говорит Писание. Иеремия 8:4. Так говорит Господь: разве упав, не встают, и, совратившись с дороги, не возвращаются? И еще: не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Также: сегодня услыши глас Божий. И много других подобных слов и примеров находятся в Писании. О том, чтобы нам не погибнуть под видом благочестия, послушай, что говорит Павел: дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. 2 Коринфянам 2 глава. Зная же это, оградим себя от всех путей гибельных для беззаботливых знанием Писания. Не говори: что в том, если я пристально посмотрю на красивую женщину? Если ты в сердце учинишь прелюбодеяние, то скоро осмелишься сделать это и плотью. Не говори: что в том, что если я пройду мимо этого нищего? Если ты пройдешь мимо него, то пройдешь и мимо другого, а после этого и третьего. И опять не говори: что и в том, если
пожелая собственности ближнего. Это-то именно и погубило Ахава, хотя он и цену давал, но брал против желания владевшего. Третья книга Царств, 21 глава. Покупающий не должен делать насилие, а должен убеждать. Если же тот, кто давал надлежащую цену, так осужден был за то только, что взял против согласия другого, то какого наказания достоин тот, кто не только делает это, но похищает насильственно, и притом живя под благодатью? Итак, чтобы не понести нам наказание, будем блюсти себя чистыми от всякого насилия и хищничества. Будем оберегать себя не только от грехов, но и от их начатков, и со всем чаянием возревнуем о добродетели. Таким образом мы насладимся и вечных благ, благодатью человеколюбим Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.